Сегодня тема выпуска – гековерт. Вот этот гековерт я заказал за 2000 рублей на Озоне. Еще, наверное, вставлю скрины, как с ДНС мучился. Там тоже за 2 рубля был гековерт, но я его не смог забрать. Я его как бы купил, оплатил, но его нет в магазине. Это мой старый уже китаец с Алиэкспресс. Четкая штука, заявлено 588 момента. При вас покажу, что он, батарейка точно полностью заряжена. Чтобы не было там, что аккумулятор там, ну, разряжен, там вот этой всей фигни. Горит зелененький. Он у меня всю ночь заряжался. А для этого я при вас выставлю максимальный момент на компрессии. Для этого нам надо, у нас вот этот отвечает за давление уже на выходе. Шланги хорошие, там по 10 миллиметров. Поставил максималку, и нам надо найти какую-нибудь головку. На-на-на. Головку на. Во, вот тут есть. Сколько тут нет головки? Снимаю. Ой. Покажи, болты, что они не открывались никаким образом. Головка обычная, с набором. Сам за собой, кстати, не может открутить. Я им закручивал вот этим и немножечко доворачивал. Что пневматика? По пневматике она какое-то время не работала. Ну, ты сначала погромче подойди и говори. У меня хороший динамик, там все слышно. А, ну ладно. Я говорю, она не работала, я не знаю, там будут вставлять этот. Посмотрим. Не будут. Это первый раз я все делаю, поэтому оно тут тугенько. Узенько еще. Компрессор работает, слышно, наверное. Сейчас отключится. И он тоже не может открутить. Так что будем тестить на чем-то другом сейчас попозже. Мне любопытно. Не, на самом деле у него... Что, ты его половишь? Да. Бля, мне надо, короче, начать с другого.